Друзья, всем привет! Очередная посылка из Китая. Вскрываем. Ну, вы все догадались, кто читал название ролика, что это такое. Это китайская проволока. Медная для обмотки статоров, роторов. В общем, моя ситуация простая. У меня сгорела болгарка. Болгарка любимая. Болгарка фирмы Борт. Работала у меня 3 года. Сделала ремонт в 2 квартирах, а также в 1 гараже. А также была моим верным помощником для ремонта автомобиля. Но что-то пошло не так. И в один прекрасный момент с нее пошел дым. Раскрутил. Значит, первичной обмотки пришел в конец. Ну, так как аппарат любимый, решил перемотать. Ссылку на видео, в котором полный есть обзор по моей болгарке вместе с перемоткой и ремонтом, ну, вернее, ремонтной болгарки, я оставлю в описании. Ссылку на данную проволоку тоже оставлю в описании. 0,25 мм. Кстати, к слову, делаю на моей болгарке 0,2 мм. Ну, говорят, я там посчитал по формулам, что, ну, можно заказать чуть-чуть больше и сделать чуть меньше витков. Всем спасибо, всем пока. Ссылка на данный товар в описании. Вес около 100 грамм. Наверное, вот это граммы по-китайски. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, что обозначает этот иероглиф. Всем спасибо, всем пока.